Всем привет! Всем привет! Всем привет! Мы приехали, как вы видите, в аквапарк. Сейчас пойдем плавать. Как ты видишь, смотри. Вот рука, и вот тут она вылазит. Ну, а мы пошли покупать билеты. Вас берем с собой. Сейчас мы все из машины заберем. Там будем располагаться. В принципе, машин здесь не сильно много. Сегодня будний день, поэтому я думаю, что там народу тоже немного. Сейчас, короче, пойдем вовнутрь, все узнаем. Парковка находится за аквапарком. И вот мы сейчас идем, а он такой огромный прям вообще. Макс говорит, что ему капец уже как нравится. Да, мы еще не зашли вовнутрь, а ему уже очень нравится. Да? Да. Такой. Тут просто столько много ступенек с крыльцом, не понять, где вход. Мы уже пришли. До входа. Здесь так красиво все. Деревья. Ну, тут было устроено хорошо, да? Классно. Внутри, наверное, еще класснее. Ну, пойдем сейчас проверять. Я уже вижу отсюда, там жилеты вон есть. Со Максу сторон, надо будет одеть. Можно... Со всех сторон это по парку не понять, да, где тут что находится. Все, мы уже попали внутрь. Так тут классно, красиво. Ну, чаек такой, типа, да, бежит? Да. Мы тут на мостике стоим. А, вон кафешка там или что? Там уже люди купаются. Пойдемте быстрее. Тоже уже хочется, да? Сейчас будем заполнять анкетку. И пойдем. Вот она, вот здесь. Да, вот такие вот здесь анкеты. Расписка. Расписка – это интересное слово. Знаешь, как нравится сделано. Так, мы уже готовы. Короче, если что, там у нас это 7-8-5. Надо запомнить. Да, ну все, мы погнали уже. Где тут вход? Так, мы поднимаемся. Вау, нифига себе. Очень большой. Максу надо взять жилет. Сейчас мы тут немножко посмотрим, где что находится. Я давай, вот смотрю, термальный комплекс есть вон там. Ну что, уже есть захотел. Ты заходишь, еду, и так пахнет вообще капец. И сразу кушать захотелось, да? Мы только что дома поели. Ага, давай осмотримся тут. Где что, да, пойдем. Сейчас мы пройдемся немножко вокруг и пойдем уже плавать. Мы сейчас пойдем займем какие-нибудь лежачки и пойдем возьмем Максу жилет, как раз по пути. Так, жилет взяли, подходящий по размеру. Тут всякие разные, есть маленькие, побольше. Что, ну, как раз, вот кажется, эту тоже застегни. Ну да, все, она маленько большевато, вот поменьше померим. А где тут поменьше? Вот эти они все одинаковые, оранжевые. Он такой же. Да давай этот одевай, его подтянуть же можно. Мы нашли детскую зону. Здесь сейчас Максим пойдет сюда пробовать кататься с горок. Потом расскажет, интересно или нет. В термальную зону. Здесь получается такой вот бассейн с разными. Что хочешь? Ну иди поплавай, иди поплавай. Там, наверное, глубоко. Сейчас проверим, Максим. Массажник. Есть даже кабинет. Нет, здесь для Макса глубоко. Давай обратно. Нет? Надо жилет одеть ему, наверное, да? Только на вода только.
у нас папа жилец. Спасательный круг. Здесь есть баня, сауна, хамам, еще что-то есть. Сейчас пойдем все смотреть. Ну, наверное, я снимать не буду, потому что если где-то жарко, телефон запотеет, все равно ничего не будет видно. А вон там еще вход в какой-то бассейн. Максу надо, да, жилет одеть, а то везде глубоко. Смотри, вот хамам, можно пойти сюда, сходить. Макс везде хочет. Иди сюда, Максим. О, большой. Тут такие как бы мини-комнатки такие. Вот так вот по кругу. Почти все пустые. Да, он большой. Угу. Немножко погрелись. О, как здесь холодно сразу, да? Ничего не говори. А так вроде и не было так холодно. Жилет давай Максу оденем. Не, не надо жилет выше, там все снимают, может наоборот. А, ну тут не глубоко, я смотрю. Вон еще сауны. А, ну здесь всякие сауны, да, я смотрю, здесь их очень много. Мы нашли бассейн Иньянь называется. Я так понимаю, это за его формы. Разные бурлилки. Сейчас мы, думаю, сюда пойдем все вместе. Смотрите, как бурлит сильно. Термальную зону здесь два выхода, получается, один вот здесь, откуда я сейчас вышла, и вот это центральный бассейн главный с горками, и с другой стороны там тоже есть выход. А вот можете посмотреть, что здесь есть. Самое интересное, это снегогенератор. Интересно, где он здесь находится? Ну, а мы находимся здесь уже несколько часов, хотим немножко перекусить. И сейчас покажем, что здесь продают. Есть пицца. Разные салатики. С курочкой. С цыпленком терияки. 160 рублей за такую маленькую баночку. С речкой, свежим огурцом 110 рублей. Сейчас посмотрим. Ну, а здесь горячее, разное. Слушай, здесь нормально. Да, мы читали, что цены здесь очень высокие, но на салаты не очень дешевые цены. Ну, в принципе, нормальные, как в кафе. О, Максим, мороженое нашел. Я, да, сейчас что-нибудь выберем. Мороженое хочешь? Ну, выбирай себе мороженое. А ты кушать не хочешь? Максим уже доедает мороженка вкусное, корнет ты себе взял. Я только начал есть, потому что нам пробили чай лишний. Вот, чеки я посмотрел. За 99 рублей у нас хотели обмануть. Короче, всегда за всеми надо следить, да? Вот, у нас это вот все вышло. Мороженое, вот и Света, и да, у меня. У меня здесь грибы с курицей, картошка пюре, а у Коли картошка пюре и... Филе куриное под сыром, с помидоркой. Все вместе нам вышло 605 рублей. Ну, в принципе, да, адекватно. Ну, более-менее. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы было подешевле. Но не так дорого, как я думала. У нас в этом аквапарке... дружбе, да, то что прикольно, что там бесплатно кушаешь, да? Ну да, там дорого, можно... зато стоит это, нифига на весь день, там сколько тысяч, наверное, я не знаю, 7 за человека однажды, да? Ну, сейчас мы, в общем, перекусим, ну как перекусим, хорошенько так покушаем, потому что порции здесь достаточно большие, вот, допустим, моя рука и вот такая же порция. Всем кто тоже кушает, всем приятного аппетита, вкусно? Кстати, писали, что не очень вкусная еда здесь. Обманывают, да? Пойдет. А, пойдет? Ну ладно. Мороженое вкусное, я смотрю. Ну,
Дома ты готовишь гораздо, конечно, вкуснее. Но что и поделаешь, придется здесь есть. Сейчас пойдем обратно в детскую зону играть. Там жилет нужно снимать. Без жилетов скоро кататься. У нас не получается особо снимать, потому что мы тут как бы, ну, короче, отдыхать сюда приехали. Мы здесь первый и последний раз, возможно. Ну почему последний? Не факт же, ну мы же завтра сюда не придем, например, там, я не знаю, через неделю, через месяц. То есть, ну, в ближайшее время, короче. Поэтому мы отдыхаем по максимуму, сколько можем. Максу очень понравилась детская зона. Может. Говоря, прокатились вот. Тебя не слышно, когда ты туда говоришь. Мы, кстати, уже прокатились вот на зеленой горке. Покажи. Не надо меня показывать. И прокатились вон на той синей. Вот видите, вот эта синяя горка. Она вот такая там вообще, вот такая там чашка огромная. Короче, вообще круто. Вот. Вот так. Пойдем, пойдем. Я не знаю почему, но мы так замерзли именно под вечер уже. Скоро закроется тут все. Я думаю, что силы просто нас начали покидать уже. А время у нас где-то половина восьмого, а он получается работает до 8 часов. Да. Поэтому, ну, через полчаса он закроется. Нужно еще переодеться успеть, помыться, выслушаться. Короче, ну, надо все на выход уже. Да, мы уже, собственно, и идем на выход. Да, если честно, не ожидал, что мы здесь. До самого конца будем, да? Да-да-да, что мы здесь целый день будем. Ну, так получилось, всем идти сюда. Ну так получилось, что мы здесь пробыли вообще весь день. Очень мало снимали, потому что мы отдыхали. Да, тут видите, вода везде кругом, как бы телефон особо как бы нигде не взять, ничего поэтому. Да, мы такую ошибку совершили большую. Мы не взяли вот этот чехольчик прозрачный для телефона, который защищает от воды. Мы хотели его взять, но мы про него забыли. Ну, купить. Наверное, так шутно. Я думаю, что в следующий раз мы такой возьмем. Чехольчик, но это будет в следующий раз. Да, так, конечно, можно было много поснимать, как мы тут в воде. Мы там в джакузи сидели. Сейчас такой. Мы вам покажем, какие трубы там, где мы катались. Вот здесь хорошо будет сейчас. Вот этот такой бассейн общий. Здесь с детьми можно купаться, но обязательно, чтобы в жилетах они были. И вот там вот уже горки идут. Вот получается, вот здесь в середине там поднимаемся на самый верх. И вот мы катались с зеленой, она такая самая лайтовая. Больше всего мне понравилась вот эта синяя с вот этими шарами. Там прям вообще классно. Кто здесь будет, обязательно прокатитесь вот по ней. Вот это белая с желтым, она такая очень быстрая. На ней прямо быстро скатываешься. Да, она тоже прикольная. Ну вот с этой вот мы не пробовали, которая туда вот смывает просто вниз. Унитаз. Мы так между собой унитаз называем. Ну и все. А, мы еще не пробовали, получается, где свободное падение. Вот там наверху, видите, желтенькая. Там заходишь как в такую капсулу, и тебя в ней закрывают, и ты это там. Но, наверное, открывается под тобой или что? Да, под тобой просто открывается пол, и все, и полетел. Да, и полетел. А ну, так мы на всем попадались. А кататься не стали, потому что мы посмотрели, кто катается, у них у всех потом спины все красные, синие. Ну да, там, наверное, больно. Мы, короче, что-то не стали, как это ерунда заниматься, нам еще домой ехать. Ну а так мы уже все замерзли, немножко погрелись в джакузи, в тепленьком, и теперь идем на выход. Да. Максим очень устал. Ну все, мы уже выходим. Плавали мы 7 часов. Как-то быстро время пролетело, да? Вообще, да, незаметно просто. На улице уже прошел даже дождь. Я даже, ну... А там не идет дождь? Идет. Сейчас с нами ребенок еще чей-то. Залезет. Он залезет, да. А Максим что-то пошел по второму кругу. Ждем Макса. На улице, кстати, тепло до сих пор. Хоть да, уже и вечер. Что-то, конечно, мало поснимать. Ну там, во-первых, шумно, очень шумно. Да, я не знаю, даже будет слышно или нет, то, что мы там снимали. Мне кажется, очень плохо. Сейчас монтировать начнешь, поймешь. Да. На улице тепло, да? Вообще классно на улице. Мы, кстати, я вот под конец уже замерз там в бассейне.
Потому что, ну, видимо, то, что мы долго плавали, аж губы, да, посинели. Хотя там вода 30 градусов тепла. Энергия у нас просто закончилась. Мне тоже так кажется. Единственное, там вот стрёмно, знаете, что вот, ну, дети отдельно, как бы, да, там, взрослые отдельно. Ну, я имею в виду, допустим, вот мы хотим, да? Пойдем дорогу перейдем. Где-то прокатиться, да, например, там, то тогда нужно, типа, с Максом, ну, чтобы кто-то остался, да, там, типа, потом нужно пойти либо в детскую зону можно его там да, отправить. Там есть сухая детская зона, ну, вот если кто-то, как мы, допустим, приезжает, можно так ребенка оставлять, там за ним присмотрят, пока мы, допустим, катаемся. Короче, вдвоем. Мы там прокатились по несколько раз с каждой этой штуки, наверное, ну, мы там... Ну, в общем, в целом покатались на горках, наверное, где-то, ну, не больше часа, да, я думаю. Где-то, да, все да. Остальное время мы с Максом плавали. Да, все остальное время плавали, так. Потому что там, ну, с нами нельзя на горке, и приходится, ну, короче, ну, это, вот если честно, то в этом как-то, ну, не продумано, да? Не, ну, а как он маленький, как он пойдет на взрослые горки? Не, ну что, типа, ну а как вот, допустим, вот мы пришли, да, втроем, получается, один должен с ребенком, да, тусоваться, а второй должен там, ну, развлекаться. А не, потом ну там поменялись, же есть да? Сухая зона, где он может... Не, ну это остаться. Понятно, я имею в виду, вот если, допустим, сухой зоны, нет. Сухая ну, зона, есть. Там просто тетенька сидит, а там один Макс, по-моему, у нее был, все, больше никого. Там мало детей, ну. Там практически никого нету, ну. И как бы, ну, вот в этом плане как-то не продумано. Надо с собой брать бабушку там. Или дедушку, да, да, кстати, там, где детская зона, там тоже есть лежачки, и там в основном бабушки были. Ну, а что, ребенка туда, да, отправил, он там бегает, играет, там в детской зоне тоже классно. А, допустим, взрослым, вот, допустим, в дружбе вот у нас, в Красноярске, можно спокойно ну, в детской зоне там с горок кататься, все катаются, пофигу вообще. А здесь, в детской зоне, ну, с горок кататься нельзя, то есть я могу просто стоять и вот так вот смотреть. И я вот пришел, да, с ребенком, и я вот просто... Представляете, вот он играет, ну, а ему же поиграть надо не 10 минут, а ну гораздо больше. И я просто пришел, как вот встал и стою, смотрю, а что мне это делать, да? Как-то, ну, хотя можно было бы скатиться, да, там с горок что-нибудь, хотя бы с маленьких, но все же, да? Ну, а да. Так просто вообще стоишь, просто вот и смотришь, ну, это вообще жесть. У нас можно и маленьким с больших горок кататься, но у нас там маленькая горка, на самом деле, которая для взрослых, как здесь, наверное, детская, да? Там глубина 2 метра. В которую ныряешь. И мы Макса отправляли с нее. Ну, никто нам ничего не говорил. Не, ну мы его ловили просто, как бы, и все. Один спускает, второй ловит внизу. Ну, здесь так нельзя уже. Ни с маленькой горки, ни никакой, короче, нельзя и все. Вот. Ну, в общем, ой. Ну, в целом нам понравилось. В целом, классные, да. Классные горки для взрослых. Мне вот эта синяя с шарами понравилась. Там вообще классно. Кто был, наверное, понимает, о чем я говорю. Да, вот это вот, которая синяя с шарами, там, где, знаете, ну, так это вот, вжух. Потом еще раз едешь, и опять такая же фигня, и третий раз. И вот эта тарелка, знаете, где вот так вот разгоняешься, просто вылетаешь из нее, и вот так вот в тарелке, в это вау, вверх, потом чик вниз, опять вверх, ну, и вот так вот, хоп-хоп-хоп, и все, и вжух, да, пошел. Классно вообще, прям, нам понравилось, ну, супер, супер. Единственное, побольше бы на горках покататься, но... Увы, ах. Надо бабушку с собой брать. А сейчас мы поедем покушаем где-нибудь, потому что есть охота что-то опять не по-детски. Вот. Сейчас пойдем, короче, где-нибудь что-нибудь найдем, где нам можно перекуснуть. О, смотри, Льва Мерлен. Через дорогу. Здесь, кстати, есть Икея. И мы хотим в Икею тоже сходить. Ни разу не были в ней. Я заказывала через сайт, ну, в Красноярск, чтобы привезли. Какие-то там товары с Икеи, это было очень-очень давно, но хочется прям вот походить, посмотреть, что там продается. У нас в городе просто ее нет. Мы заехали тут в ближайший торговый центр. Да, сибирский гигант называется. Здесь есть Ашан с полупустыми полками. Мы хотим зайти сюда, взять что-нибудь попить. Это Ашан везде, у нас он вообще не зашел, что он заехал и закрылся сразу же. Ну, не сразу же, маленько поработал. А где тут фотка? Вот-вот. Здесь, да? Ну, наверное. Здесь ДНС. Где вход-то, блин, в натуре? Вход в торговый прям. Зал, гипермаркет, вон там. Пока там еще вход не стоят. Ну да, то, что актуально, то выставили сейчас.
ДНС большой какой, да? Угу. Водичка, водичка, газировка, чаек. Максим, ты что будешь? Максим не знает, что он будет. Скорее всего, Буратино. Чай. Буратино. Буратино? Да, Буратино есть. Все 9 рублей. А, это помнишь, как мы брали что-то? Ну, типа, какой-то да. Лимонад. Вот мы же лимонад, взять все 9, потому что все нормально. Ну, давай возьмем, попробуем. Что я у нас таких не видела? Или, может, просто не обращала внимания? Так, Макс куда-то пошел, я пошла за Максом. Будем за ним следить. Устроим слежку. А он обратно вернулся. Оказывается, это был не Ашан, это был магазин «Сибирский гигант». Ну, он тоже закрывается, поэтому неважно. Да, мы просто не знали.